В Мурманске стало светлее. Главная городская елка засверкала тысячами огней, а на улицах зажглись километры праздничной иллюминации. Впервые за много лет открытие новогодней красавицы состоялось не на центральной площади Пять углов, а в парке у ДК имени Кирова. Веселили и согревали публику в 15-градусный мороз детские аниматоры, несколько сотен человек. Вместе со всеми танцевала и наша съемочная группа. Это не представление и не концерт, говорят организаторы праздника. Здесь нет артистов и нет зрителей. В этот день возле 20-метровой хвойной красавицы танцуют все – и взрослые, и дети. И каждый ждет главных гостей праздника – Деда Мороза и Снегурочку. Снегурочка, мой рост, Снегурочка, дедушка! Дедушка всех девчонок и мальчишек страны, Дед Мороз Заполярный, приветствую вас, юные мурманчане. Что у вас тут? Полярная ночь началась, а почему-то на душе светло и радостно. Иго-го! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые взрослые! В аэропорт Мурманска Дед Мороз со Снегурочкой прилетели на снежной туче. Несколько дней и ночей они добирались до маленьких северян, чтобы зажечь новогоднюю елку. И вот она, долгожданная минута. Поздравляем всех с наступлением замечательного и столь любимого всеми праздника Нового года! Пусть наш город в эти праздничные дни вместе с вами станет самым красивым. Пусть наши маленькие мурманчане любуются этой сказкой. Маленькие мурманчане, вы здесь? В нашем городе наступила полярная ночь. Но мы ночи не боимся, потому что мы сделаем город в эти темные дни, предновогодние дни, очень красивым. И сейчас мы все это увидим. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом! Мурманск превратился в зимнюю сказку. Дети замерли от восторга, а взрослые вновь почувствовали себя детьми. Фото с пушкинскими героями, царевной Лебедь и царевичем Елисеем на память о сказке. Громче всех радуется и игогочет грядущему Новому году символ 2014-го – лошадка Проша. Хочется пожелать здоровья. Все-таки у нас в Мурманской области очень суровые зимы. Вот, и дети часто болеют, поэтому здоровья, здоровья, а все остальное обязательно приложится. Иго-го! Замерзли? Нет, прыгали, бегали. Да, нам жарко. Люди прекрасные, и добрее все стали, и веселее все стали, и детки все радостные. Хорошо, красиво. Оформление шикарное, классное, чудесное. Красивая елочка в этом году. Да, в новом месте она стоит, то есть очень интересно. Мурманск засверкал тысячами огней, и наступила, пожалуй, самая красочная пора. Улицы украшены иллюминацией, новогодними шарами, елками. Все блестит и сверкает в ожидании главного семейного праздника.